Если в начале января все силы были направлены на уборку улиц и тротуаров от снега, то сейчас в Мамадыше заняты снятием снега с крыш. Рабочие выезжают на объекты ежедневно. Уже очистили 56 многоквартирных домов. Основная проблема у нас в домах, которые вот это двускатные кровли, где ограждения пожарные, вот именно ограждения особенно задерживают снег. Снег и ледяные наросты, сошедшие с крыш высотных зданий, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Небезопасны они и для припаркованных автомобилей. Нагрузка на кровельное покрытие начинает увеличиваться. И в том, что этот снег может снести эти же самые пожарные ограждения. Если на автомобиль обрушился снег, отыскать виновников бывает нелегко, говорят страховщики. Однако, если страховка полная, никаких трудностей у водителя возникнуть не должно. Страховка выплачивается, если автомобиль застрахован по продукту КАСКО. Полностью, допустим, ущерб устанавливается, приезжает эксперт, подсчитывает сумму убытка, и в этом случае выплачивается полностью вся страховая сумма. Выявлением нарушителей занимается и специальная административная комиссия. На улице города ее сотрудники выходят каждые 5 дней. Предусмотрен штраф на физических лиц от 2 до 3,5 тысяч, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч, на юридические лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Если вы заметили крышу, которая может представлять опасность для жизни и имущества, следует обратиться за помощью в управляющую компанию. Заявки принимаются ежедневно. Ольга Морская, Эльмира Миникаева, Алексей Петров, Лилия Латфулина. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».